друзья, очередной вопрос. Вопрос довольно-таки редкий для нас, для проктологов. Мой муж стесняется спросить, до операции у него с эрекцией полового члена все было нормально. После операции геморроя внутреннего начались проблемы. Прошло уже полтора месяца, и его беспокоит то, что возбуждается только на 60% и сразу все пропадает. Он переживает, возможно, ему что-то задели. Возможно ли такое, сколько времени должно пройти после операции, чтобы все восстановилось? Сразу отвечаю, друзья мои, даже если очень сильно захочет врач что-то задеть во время операции, он этого сделать не сможет. Никак эти две сферы с собой не связаны. Но связь есть опосредованная. А именно, значит, если остаются какие-то проблемы после операции, я имею в виду, и даже спустя полтора месяца после операции, возможно, остались какие-то ранки, какой-то дискомфорт. И во время половой связи все это отвлекает внимание человека, особенно когда наступает возбуждение и кровь переливает, естественно, в органы малого таза. Человек чувствует вот этот дискомфорт, он отвлекает, и отсюда, значит, падение силы эрекции, ну и так далее, и так далее. То есть те проблемы, о которых пишет супруга. Теперь, что еще может быть? Еще может быть скрытая какая-то патология, чисто уже урологическая у данного пациента. То есть, возможно, какой-то простатит, какие-то проблемы, которые после операции в какой-то степени обострились. Ну, естественно, что здесь нужна будет помощь уролога. Вот я бы так ответил на этот вопрос. В любом случае, первое, значит, нужно обязательно обратиться к проктологу, чтобы точно понимать, все ли зажило, нет ли каких-либо проблем. Это первое. Второе, конечно же, к урологу, чтобы полностью исключить, в том числе и простатиты, а если есть какая-то патология, чтобы, соответственно, доктор назначил лечение. Вот как-то так. Вопросы задавайте. Всем здоровья, подписывайтесь на канал. Всего доброго.